7-й день в Батуми. Заливает. Сегодня целый день будет дождь. Пипец погода. Но дома сидеть тоже не хочется. Куда-нибудь прокатимся, до базара, может, еще куда-нибудь. Да, сейчас напоминает нашу осень. Смотри, я вот не готов лечить здесь, там в Беларуси брать грязь и воду здесь. Ну, если вот продолжение такое же здесь, да, будет, он сказал, то... Да, там снег еще местами лежит, тает, и тут все вместе будет. Хотя не снижаю, там еще вместе. Белье не сохнет, если у тебя нету отопления. Кондиционер. Здесь электричество конских денег стоит, здесь разоришься. Если его постоянно включать. Такая промозглая погода. И еще у нас была только ручная кладь. Взять что-либо с собой мы не могли. Так можно было, конечно, рейки положить. Какие-то там дождевики, резиновые куртки, штаны. Мы налегке. А покупать все это... Вот вчера купили большие резиновые за 10 лари. Черные, мужские. Они красят. Плюс качество отстойное, это надо в Турцию ехать покупать вещи. Вот, так что. Красиво теперь. Стрижка 20 лари. Налс. Что берем? Кепка твоя валяется, полюбившаяся. А сколько она сейчас стоит, например? Она одна осталась, да? Вот, давай я тебя сниму, посмотришь потом. Маленькое зеркальце, невозможно себя заценить. Так вроде бы ничего. Вот именно. Нет, у меня зеркала. Полкило. Купили полкило ножек. На 10,80 получилось. На улице. А? Что ты хочешь? 10,80. 10,80, да.